Всем привет, с вами Volunteer Channel и я ее ведущая Алина. Сегодня мы находимся в ЦДТ на финале школьной лиги КВН города Владивостока. В общем, мы на КВНе. Сегодня мы готовы посмотреть наши команды, поболеть и, в общем, отжигать. Школьная лига рулит! Всем ребятам, принимающим участие в сегодняшней игре, победа, ни пуха не пираем, а самое главное то, что лучшая команда поедет. Ну, в общем, я заглянула за кулисы, да, интересно. А, мы же за кулисами, я на сцену заглянула, да. Здравствуйте, на сцене команда КВН Алоэ. Мы первый раз в финале и первый раз в гости. И хотели бы представиться. Это Андрей. Привет, Андрей. Андрей родился и вырос в музее Арсеньева. Вот и познакомились. Ребята, вы ничего не понимаете. Сегодня финал. Сегодня финал. В центре детского творчества города Владивостока сегодня финал городской школьной лиги КВН. Ведущая, актер Гасанов. Господи! Как он ведет! Погоди, его вроде зовут не актер Гасанов, а Руслан Гасанов. Стоп! Дай-ка я это переварю. То есть ты хочешь сказать, что Руслан Гасанов не актер? Итак, сегодня финал. Играет 5 команд. Но только одна станет победителем. Самая смешная, самая интересная и самая сильная. Ну, в общем, явно не мы. С нами председатель Совета Приморского КВН Сергей Карипанов. Скажите, как ваше настроение? Прекрасно. Сегодня я на кресле члена жюри. Ого, ничего себе, вам нравится на этом посту? Очень, я кайфую. Классно. Какая ваша любимая команда? Моя любимая команда – «Уральские пельмени». Да, у меня тоже. Вот. А какой приз? А приз у нас – поездка победителя на 3-й международный детский фестиваль. Он будет проходить в городе Анапа в сентябре месяце. Ничего себе. Правда? Вообще клево. Вообще круто. Все команды хорошие, они, надеюсь, хорошо подготовились. Вообще сегодня должен быть праздник. Парень, смотри, девушка нравится? Ну, да. Да, нравится, вижу. Нормально. Нравится? Ну, конечно. Ну все, советом да любовь. Игорь, что ты его поднимал? Меня мама с детства всегда его учила поднимать. Так, все, заканчивай. Закончила? Опустил. Тима, ты думаешь, если я вот так устаю, то я тебя не вижу? Привет, Жень, как все дела? Здравствуй, Алина. Очень хорошо. За какую команду болеешь? Я пришла сегодня поболеть за нашу любимую школу, команду ОПТ, которая планирует занять сегодня первое место. Я желаю им большой удачи в этом. А в какой ты школе учишься? 16-й. У меня практически всегда получается посещать их игры. Я смогла застать их, когда они только начинали, когда они еще практически ничего не умели, вот как они выросли. Я все это видела. В общем, ты преданная болельщица. Да, можно сказать. Стараюсь всегда болеть, поддерживать наших одноклассников.
С нами моя любимая команда школы номер 54. Скажите, как у вас настроение сегодня? Нормально. Отлично. Хорошее, отлично. Хорошее. Это ваш полный состав, а где Дима? Не вышли. Ясно. Вы готовы к финалу? Да. А сколько у вас времени ушло на то, чтобы подготовить финал? 4 дня. Профессия моей мечты. Работа. Тут заработать сможешь ты. Своим любимым делом. Иди в ресторан Утесова, Витя, Толя, подруга. Это легко запоминается. Тест это номер 2. А алфавит ты знаешь? Я что знаю? Сука, ты мне букву К. С нами Роман Гуляев, член сборной команды КВН Владивостока. Скажите, как ваше настроение сегодня? Замечательно. Вот пришел посмотреть на подрастающее поколение будущих КВНщиков, точнее уже даже настоящих КВНщиков, просто еще молоденьких. Вот, замечательное весеннее настроение. Победитель полетит в Анапу, а куда полетят проигравшие? Тоже в Анапу, тот за деньги. А вы в Анапу поедете, если... В Анапу? А да. Вы меня приглашаете в Анапу? А, скажите, школьный КВН является трамплином к развитию КВНчиков? Безусловно, конечно, потому что когда человек начинает чем-то заниматься, неважно, КВН, это там, не знаю, космонавтика или изделие из шоколада, если он начинает заниматься этим в раннем возрасте, да, то, естественно, у него больше шансов добиться каких-то высот, каких-то, ну, того, чего он хочет, собственно говоря. Естественно, это очень хорошо, что дети начинают играть в КВН в школе, тем более в школьной среде очень-очень много замечательных тем для шуток. Ой, девочки, я только что новенького встретила. Он такой классный, встречаться мне предложил. Да по-любому дебил. Ага, урод. И что, таким вот носом? Саша, не мешай нам, тут вообще-то финал, мы пытаемся его выиграть. Пирожочек мой. Есть что сказать, Жилин? Вы знаете, хочется, чтобы мотивация была выиграть игру не только в поездке в Анапе, да? Поэтому хочется, чтобы команды готовились заранее. Я надеюсь, что все команды мы увидим в новом сезоне. И те команды, которые иногда поют песни про то, что они уходят и всем становится грустно, почему-то заявляются на следующий год на фестивале. Вот. Которого нет чувства юмора. Ну, я поджала. Я впервые в жюри, поэтому могу. Я счастлива, что мне удалось поджать. Вот. Извините за мой не литературный сленг. Вот, но поскольку я представляю управление по делам молодежи, говорить, наверное, я должна по-молодежному. Огромное спасибо двум командам, которые меня сегодня здесь повеселили. Это команда сантехники и моя остановка по требованию. Добрый вечер, друзья. Я посмеялся. Я хочу вам сказать спасибо за игру, потому что сегодня была настоящая битва, и по оценкам мы видели, что первенство как-то вот интрига на волоске. Спасибо! Прекрасный вечер! Молодцы! Продолжайте в том же духе, ждем студенческого КВН! Ура! Давайте в начале номинации. Хорошо.
за актерское мастерство. Ну, все дружно. Все правильно. Номинация «Лучшая шутка». Толстая стриптизерша часто перегибает палку. Молодцы. С результатом 20,4 балла впервые в своей истории завоевывает команда ОПТ. Ну что ж, друзья, это еще не все. Сейчас я хочу попросить внести главный приз сезона, победителя игры. По вайдинговой остановке по требованию средняя школа номер 26. Путевка на третий международный фестиваль детских команд города. Радость, переживания, все это позади.